Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН. Состоялась первая трансляция, за которую каждый из вас мог получить 3 ключа максимум, если посмотрели полностью все отведенное время трансляции. Огромное количество игроков пишут мне в комментариях по поводу того, что не понимают, почему им не были начислены ключи. Да, действительно, техническая проблема есть, но эта техническая проблема, ребят, на вашей стороне, а не на стороне разработчиков, потому что многим ребятам ключи начислили. В частности, мне начислили по всем тем аккаунтом, с которых я смотрел эти трансляции и делал это с разных устройств. В сегодняшнем видео мы обсудим с вами технические вопросы, как обеспечить себе просмотр трансляции таким образом, чтобы на грядущей трансляции, которая будет уже завтра, в воскресенье, в 5 часов утра, точно так же, как сегодня, в субботу была трансляция в 5 утра по Киеву, ну, либо в 4 часа по ЦЕТ, а по вашему времени, там уже сами разберетесь, какая разница во времени и как ее посчитать, я уже рассказывал в предыдущем видео. Кстати, ребят, перед тем, как начнем обсуждать все эти вопросы, сразу хочу обозначить некоторые нюансы. Я получил по предыдущему видосу, по вот этому вот, который я выкладывал в отношении того, где и как найти эти трансляции, ряд крайне гневных хамских комментариев, которые я был вынужден удалить, и хочу ответить этим хейтерам. Ребят, я снимаю свои видео для того, чтобы помочь другим игрокам, которые в каких-то вопросах самостоятельно разобраться не могут, и хочу разобраться в теме вместе с ними так, чтобы им было все понятно. Я неоднократно сталкивался с ситуацией, когда самостоятельно искал ответ на какой-то вопрос, и все ютуберы поголовно рассказывают о каком-то игровом событии, как о само собой разумеющейся жизненной ситуации. И я снимаю свои видео для тех ребят, которые первый раз столкнулись с игровым событием, не знают, куда заходить, где искать ссылки, но хотят это сделать. Поэтому, ребят, ваши вот эти гневные комментарии по поводу того, что я там... Не будем называть вещи теми именами, которыми вы их называли, что я, мол, типа фигню всякую снимаю. Если для вас это фигня, ребят, развернулись и пошли лесом. Я снимаю для тех, кому это действительно полезно. Теперь, ребят, возвращаемся к теме технических проблем. Разработчики дали вот такую вот информацию. И, кстати, вот эта информация, она опубликована была у меня на Discord-сервере. Если вы не хотите ничего пропускать, если вы хотите быть в курсе событий, приобщайтесь, ребят, к Discord-серверу, становитесь одним из тех людей, которые там уже есть. Сейчас на Discord-сервере более 1000 человек, там есть чем заняться, постоянно публикуются новости, информация о новых видео на канале, новости игры, и грядущие события, анонсы чего-либо, все, что находится в разработке сейчас и что будет внедряться в игру. Короче говоря, там есть огромное количество нужной и полезной информации. Поэтому заходите на Discord, регистрируйтесь, ссылку на мой Discord вы найдете в описании к данному видео. Почему говорю, что имеет смысл зайти на мой Discord и там зарегистрироваться? Потому что, если бы вы были на этом Discord-сервере, то вы бы эту информацию не пропустили о возможных технических проблемах, заранее бы ее решили, ну и, соответственно, сегодня утром уже получили бы первые 3 ключа. Возвращаемся к теме того, что выложили разработчики. Итак, они выложили, как я уже говорил, вот такую вот информацию. По большому счету, все сводится к нескольким техническим нюансам. Первый технический нюанс — это устаревший браузер. Попытайтесь ваш браузер обновить для того, чтобы он стал более современным, назовем это так. Второе, что необходимо сделать на время трансляции, а если быть точным, то перед тем, как заходить на страницу с трансляцией, вам необходимо отключить любые установленные вами дополнительно в ваши браузеры, допустим, в браузере Chrome, установленные дополнения, которые блокируют рекламу и подобные вещи. Тогда, ребят, вам будет предоставлен безограниченный доступ к трансляции, ну и, соответственно, будет происходить начисление ключей, и все будет окей. Второй нюанс, с которым могут быть связаны данные проблемы, а точнее уже получается третий. Первый, напомню, это обновить браузер. Второе, это вам необходимо отключить любые дополнения, которые вы устанавливали в своем браузере, которые блокируют рекламу. Третий пункт, и он является обязательным перед просмотром этих трансляций для многих игроков. Вам необходимо вот так вот зайти в свою историю, очистка истории, и там выбрать, как вы видите, все вот эти галочки. То есть все пункты должны быть у вас активны. В частности, вам необходимо обратить особое внимание на вот этот вот пункт «Очистка куки».
Когда вы очистите полностью свою историю и зайдете на страницу трансляции, то на этой странице трансляции снизу появится красная полоса, которая скажет, что на сайте используются куки и вам необходимо их принять. Нажимаете «Принять» и после этого, точнее после этих трех пунктов, у вас с вероятностью 99% из 100 не будет никаких проблем не просто с тем, чтобы посмотреть саму трансляцию, а получить начисление ключей, которые вы рассчитываете забрать за просмотр этих трансляций. Я надеюсь, что я был вам сейчас полезен. Если я был вам полезен, обязательно ставьте лайк. И опять-таки, хотелось бы обратиться к тем ребятам, которые не подписываются на мой канал. Особенно к одному товарищу, который мне оставил интересный комментарий. Он написал в нем: «Я смотрю тебя постоянно, но не подписываюсь принципиально». Я могу тебе, друг, на это ответить. С учетом того, что ты там маты использовал в отношении меня в том числе, я удалил твой комментарий. И мне все равно, обиделся ты или нет, но скажу тебе следующее. Ты просто неблагодарное чмо, потому что я стараюсь, по большому счету, в том числе и для тебя, но ты при этом мало того, что смотришь меня и не готов отблагодарить своей подпиской, есть, в принципе, право твое подписываться или нет, но я думаю, что можно было бы отблагодарить того, кого ты смотришь на постоянной основе. Так ты еще и при этом меня материшь. Ну, это очень классно. Я желаю тебе, чтобы по жизни к тебе люди вот так вот относились. Тогда тебе воздастся. Ну, а всем остальным, друзья мои, спасибо вам большое за просмотр. Я надеюсь, что я был вам полезен. Ставьте лайки, пишите свои комментарии, я по возможности буду отвечать. И еще, ребят, кратенькая информация дополнительная. Сегодня вечерком состоится прямая трансляция у меня на канале, я заблаговременно ее запланирую. Когда трансляция будет идти, на этой трансляции я буду среди зрителей разыгрывать дополнительные ключи из этого игрового события. Поэтому, если вдруг вы каких-то ключиков за сегодняшнюю трансляцию не добрали, то у вас есть все шансы выиграть ключики у меня на прямой трансляции. Победителей будет не один, не два и даже не пять. Поэтому приходите на прямую трансляцию сегодня вечером. Давайте весело, позитивно проведем время, пообщаемся. Ну и заодно кто-то уйдет с дополнительными ключиками и хорошим приподнятым настроением. Я побежал готовиться к прямой трансляции, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. До встречи. Пока-пока.